Все. Лучше один раз самостоятельно сделать, чем 10 раз об этом услышать. Так решило руководство краевой психиатрической больницы и устроило учение пожаротушения для своих сотрудников на практике. Ведь в таком специфическом учреждении с наглухо закрытыми окнами, повсеместными решетками и запертыми дверьми очень важно суметь справиться с огнем локально. Лекции практически без практических занятий, они не имеют никакого-то смысла. Можно человеку долго рассказывать о том, как тушить пожар, но пока он его не потушит собственными руками, эффект будет маленький. Потому как пожар, огонь, он вызывает чувство паники, и люди обо всем забывают. Если у человека еще есть мышечная память, то есть он помнит, как он держал огнетушитель в руках, как он направлял, то ему будет проще мобилизоваться. Конечно, крупные пожары самостоятельно тушить медицинскому персоналу больницы не придется. Сотрудники МЧС дали четкие инструкции поведения при чрезвычайной ситуации, где первым пунктом значится вызов пожарной охраны. Однако, чтобы суметь справиться хотя бы с небольшим возгоранием, необходимо знать как минимум, где у огнетушителя находится ЧК. На учении специалистам представили два вида огнетушителей – углекислотный и порошковый. Последний из них смог опробовать в действии каждый сотрудник. Кстати, на сегодняшний день во многих учреждениях используют именно порошковый в силу их удобства. Углекислотные огнетушители в основном предназначены для тушения это электрооборудование и приборов. Второе минус, что они должны держать в рукавицах и нельзя браться за патрубок, так как температура огнетушителя при тушении больше минус 100 градусов по Цельсию. Кстати, 5 лет назад, в 2011 году, в краевой психиатрической больнице уже был небольшой пожар. Тогда вероятной причиной стало короткое замыкание электропроводки. К счастью, обошлось без пострадавших. Пожарные подразделения среагировали моментально, 132 пациента были своевременно эвакуированы. Александра Нетай, Станислав Лазебный, новости на Восьмом.